Ваша последняя книга вышла 6 лет назад. Сегодня мой пост прочитало больше людей, чем ваши книги. Ничего, скоро выйдет мой новый роман, вопросы отпадут сами собой. Ты давно уже никому не интересен. Ну тогда ты жена жалкого человека. Вы кто? Я Лена, Лена Огурцова. Я прислала вам свою рукопись, роман «Красной линии». Это моя первая книга. Я вам напишу. Я хочу издать твою книгу, она чертовски хорошая. Ты хочешь сотрудничать со мной? Настало время показать ее другим. Чем меньше народу знает, тем лучше. Выпускать будем в моем издательстве. Лучше, чтобы книгу никто не видел. Ты мне доверяешь? Да, конечно, я тебе доверяю. Ты бросила всех, работу, мужа, сына, машину угнала. Ты меня ударил. Я заберу у тебя Пашу, и мы разведемся. Наумов, Наумов. На, точно. У моей жены твои книги на полке стоят. Как мне это нравится. Это ты? Это же твой стиль. Я не верю. Что я мог так написать? Она моя и твоя одновременно, понимаешь? Мы как будто переплетены в ней с тобой. Он сексоголик. Раньше ты оправдывался, что тебе это помогает писать, но ты ничего не пишешь. Ты только трахаешься и воруешь чужие книги. Мерещится. Это моя книга. Просто попала к этой девчонке. Я сделаю из нее бриллиант. Это будет настоящий позор, как ты не понимаешь. Тебе придется за все это ответить. Мерещится.